Добрый вечер, многоуважаемые аудио-видео-телезрители. У каждого у нас дома есть бусы, монеты, фотографии или еще там что-то. Вашему вниманию предоставляется 5 простых камней. Один круглый. Немножко плоский, как лепешка. Кстати, ему удобно через речку. Он летит, как блинчик. Это тоже немножко похож. Это отдельный разговор. Но вот я хотел ваше внимание сосредоточить именно на этом весьма интересном камне. На данный момент времени скажу вам следующее. Этот камень был мной найден на территории Чехии. 2018 год. Обратите внимание, такие черточки, да? Это есть результат. Он попадал под... Я работал на ферме, там лук, картошка. Мы не туда смотрим. Давайте посчитаем грани этого камня. Один. Два. Ну, что я буду перечислять, сами видите. Как вы считаете, могла ли природа сама так его обработать, чтобы он стал тем, что я сейчас держу в руках? Как по мне, это какой-то очень древний человек для своей любимой девушки сделал такой, чтобы было удобно разделывать мясо, шкуру или еще что-то. Возможно, я заблуждаюсь. Я буду очень вам благодарен, если вы поделитесь своей точкой зрения. Это не реклама Торчин продукт. Это просто мои скромные находки. Я вам очень благодарен, что вы отдали 3 минуты на просмотр этого видео. И в будущем будет весьма интересно. Буду благодарен вашим плюс-плюс, подписки. И обязательно заходите в сообщество. Там мы пишем о новинках. Спасибо.